Сан-Паулу медработники временной больницы провожают последних выздоровевших пациентов, у которых был COVID-19. После этого полевой госпиталь закроется. Надобности в нем больше нет. С 1 июня в Сан-Паулу становится меньше занятых больничных коек. Во время пандемии мы подготовили более 1900 мест. Предыдущие 10 дней было занято меньше половины. Одновременно в этом крупнейшем городе страны и всей Южной Америки возобновил работу кафедральный собор Сан-Паулу. Мы считаем, что работа храма важна не для коммерческих целей, а для людей. Вы работаете, ходите на рынок, занимаетесь разными делами, и у вас также должна быть возможность помолиться в храме. Собор уже полон прихожан. В храме нужно соблюдать социальную дистанцию. Я глубоко верю в Бога и думаю, что эпидемия закончится. Болезнь перестанет уносить жизни людей. Между тем, Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Бразилии ситуация с эпидемией по-прежнему тяжелая. Она призвала федеральное правительство и власти штатов больше сотрудничать, чтобы остановить распространение коронавируса. В Бразилии уже выявлено более 1 370 000 случаев COVID-19. Умерли свыше 58 тысяч человек, выздоровели 750 тысяч. За последние сутки зарегистрировали почти 18 тысяч новых случаев заражения и более 600 случаев смерти.